В Арабских Эмиратах уже более 12 часов не могут справиться с пожаром, который бушует сразу в двух жилых небоскребах в городе Аджман. Здания, в каждом из которых более 30 этажей, почти целиком объяты пламенем. Горящие обломки падают на близлежащие дома и дорогу. Жильцов всего квартала эвакуировали, сообщение о пострадавших пока не поступало. По предварительной версии, возгорание произошло на верхних ярусах одной из башен, и пламя быстро перекинулось на соседнюю высотку. По последним данным, пожар удалось локализовать. Это уже второй подобный инцидент в Эмиратах. За последние несколько месяцев в новогоднюю ночь сгорел дотла 63-этажный отель в Дубае. Причиной тогда назвали короткое замыкание подсветки фасада.